Татарстанский Алабуга и Химград войдут в межрегиональный промышленный кластер «Композиты без границ». Соглашение о его создании сегодня подписали на площадке Всероссийского инвестиционного форума. Он открылся в Сочи. Делегацию республики возглавил Рустам Миниханов. Более 40 тысяч комплектов оборудования для видеонаблюдения за выборами установит Ростелеком в России, 1005 в Татарстане. Видеонаблюдение будет осуществляться по другой технологии. В местах голосования и подсчета голосов появятся компактные IP-камеры. Фаер-шоу, обрушение стадиона и повышение радиационного фона. Такие задачи решали сегодня участники межведомственных командно-штабных учений на Казань-арене. Перед чемпионатом мира по футболу отрабатывали навыки 500 спасателей, полицейских, медиков и сотрудников спецслужб.